Можно вытащить? Подарочек, который нам пришел из Испании. Видите, на испанском написано. Это не сидит. Ну-ка, давай открывай. Так, нам еще нужно поводочек купить и ошейник. Вон, видишь? Это что такое? Это специальный пух. Чтобы он кушал? Нет! Ребят, всем привет, доброе утро. 3 килограмма. Мы встали, и Ксюша пошла на улицу посмотреть, если пакет приехал, то есть посылка, и нам приехала посылочка, и она из Испании. Потому что здесь спать. Помните, мы вам говорили, что наша посылка из Испании нам собирает ответы комитета. Вы помните, что когда мы вам говорили, что наша подружка из Испании собирает нам календарь? Ответ календарь. И я думаю, что это он приехал. Да. Ты? Это что такое? Такая карточка здесь. Написано Новый год. Новый год. Ух ты, тут еще как-то. Так, все, вы дальше не смотрите, потому что вы должны будете называть цифру. Называть цифру наугад. Выбираете любую от 1 до 24. И... Ух ты! Ух ты! Тут что-то красивое. Мама, несите. А то уже Каролина ждать не может. Давай, садись. Какой день сегодня? 10? Да, 12. Ой, 12. Что-то я опоздала. Что-то я вообще прям 10. Сегодня 12 же. Вот 12, вот это открывай. Вау, что это такое? Помадка? Это бальзам. Бальзам губки мазать, видишь? Чтобы они у тебя не обветривались. Всем. Это Ксюшина? А, Ксюша, это твоя? Ой. Раз, два, три. Это бальзам для губ, соль для ванны. Можно вытащить? Ой, снеговик. Тут я сегодня вообще путаю слова. Этот пингвинчик и мишка. Это соль для ванны. Это липкий? Должно... Да, это с кокосом. Мы очень будем пахнуть. Коконут кис. Кокосовый поцелуй. Когда будут конфеты? Только один раз ей попались, да, конфеты? Два раза? А, да, этот Джелли Белли попался. Есть. Коробку неси. Так, а теперь мы будем открывать... Подарочек, который нам пришел из Испании. Видите, на испанском написано. Я сначала подумала, что это пришли фонарики, потому что я покупала гирлянды на улице украсить. Они еще не приехали. А потом Маргарита видит, мама говорит, здесь на испанском написано, это не гирлянда. Цифру 10. А ты? 14. 10 и 14. Шура! Ой, приклеился один. Так. Так, так, так. Да, ой, там еще конфетки лежат. Это как мой день. На, Каролина, Макси, на. На, Каролина. Это на стол куда-то есть. Так, какой? 14 и 10, да? Да. Тут не просто найти. Терпите, терпите, это 11. Сейчас, подожди, не просто. А 10. Чей 10? Мой. На. Пожалуйста. Пока не открывай. Где, где? 14, 12. О, 14. Та-да-да-дам. Можно открывать? Открывать. На, Ксюш. Ух ты, там что-то трясется. Трясется. У тебя? Ну-ка, по-моему, это что-то вкусненькое. Это не сидит. Ну-ка, давай открывай. О, это прям Маргарита угадала. Это для ногтей. Да, это стразики камушки. Для ногтей. Ты прям угадала? Молодец. Ну-ка, открывай. И на, Ксения. Подожди. Подожди, Каролина. Нет, нам что-то съедобное. Это шоколад. Киндер. Киндер-сюрприз. Вау. Вот, смотрите, какой киндер-сюрприз.
Киндер-сюрприза. Вау! Круто. Смотри, папе покажи, иди. У нас таких нет. Маргарита прям вытянула то, что нужно, потому что, ну, явно Ксюша такое делать не будет себе стразы. Что с ним? Что с ним? Он просто треснул, кушай. Так, все, сейчас коробку я буду прятать. Спрячу коробку. А сейчас будем открывать киндер. Посмотрим, что хоть там за игрушки в этом киндер-сюрпризе. Так, что-то новогоднее. Ух ты! Вау! Это на елочку вешать? Да, игрушечка на елку. Это снеговик на этом снегоходе. Открывается. Угу. Здесь стразики. Разного цвета. А гирлянду мы эту повесим на елочку. Она как раз подходит. Золотой цвет, белый. Поэтому мы ее вот так вот сейчас украсим. Она прям подходит к нашей елочке. Угадали. Так, сейчас я пойду собираться, потому что я сегодня поеду с подружками, с другом тоже одним. Мы поедем в торговый центр, в большой торговый центр. Мы пойдем шопиться, и я сейчас должна одеться, то есть переодеться. Но я не знаю в чё. Розовую курточку надень вот эту. На папу брать. Вот эту розовую. Давай, только нужно тебе как раз вот джинсы у тебя высокие. И под нее нужно какую-нибудь давай типа кофточку и заправить в штаны, чтобы она из-под кофты не торчала. Мам, давай пойдем. Куда ты собралась? Сейчас со мной поедись. Куда ты собралась? Иди вон у тебя там еда. Не мешай папе кушать. Сидеть. Лежать. Голос. Чё моя собака? Ну что, я собираюсь. Маска. Маску обязательно. Давай в 4 дома будешь, или только вы в 4 выйдете? Мы в 4 потом поедем домой, по-моему. Сколько она кушает конфет, вы только посмотрите. Полные карманы бумажек. Давай, пока. Пока, мам. Пока. Ты что, у Каролины рюкзак берешь? Да. Видишь, ты какая. Деловая, пока. Так, все, мы поехали? Нет. А вы слушаетесь Ксюшу, понятно? Это ты на голову. Нет, я не буду надевать этот пакет на голову, зачем? Нет! Она так круто! Розовые шарики? Понял, как управлю взлёвоса сгулись? Мы не можем Максу розовые шарики надуть. Розовые шарики для Каролины и... У меня тут все раздражение, все красное. Хорошо, сейчас нужно в маске ходить. Не нужно это все замазывать. Масочку надел, никто не видит. Вот, в общем, нужно купить шарики синие, нужно купить подарок. Сразу купим Каролине подарки на день рождения. Дождик идет. Ну, в общем, мы поехали в детский магазин. Потом нам нужно обязательно купить корм. Камера заляпанная. Для комида пара Кики. Корм для Кики нужно купить. Ну, там все в одном месте, все хорошо. Все магазинчики, которые нам нужны, они все рядышком прям стоят. Поэтому... Быстро все купим, и мне нужно еще купить сливочное масло, потому что сегодня буду печь тортики, а у меня нет масла. Вот. Идет дождь, а не снег. Мы или на две. Да, вон там горы снежные, вот там снег везде. А у нас нет снега. Мирая столько неве, я рыва, масарыва. Все, мы приехали в магазин. В магазин за кормом. Пойдем сейчас быстренько купим и домой. Мама. Так, нам еще нужно поводочек купить и ошейник. Я вот выбрала такой вот неоновый XS. Для собачек не больше 8 килограмм. Такой вот. И теперь к этому желтенькому, может, такой вот желтенький этот. Такой взять и на шею. И вот неоновый тоже. Такой вот. Какие мы. Это морские свинки. Тут никого не видно. Платон. А, тут и живет. Это хомячок, как у нас. Это джунгарский хомячок. А тут живет какая-то мышка.
Тут никого нет. А тут кролики. Но они спрятались и спят. Или спят, или не знаю. Так, все, закупились мы. Взяли ей поводочек, ошейник такой вот неоновый, желтый. Розового не было, хотела розовый, ну ладно. Вот такие вот штуки, похожие на банан. Я не знаю, что такое, капок написано. И внутри там такой как пушок, не знаю, как будто пух. Хомячок там потом зарывается, себе домик строит, не знаю. Вот. Сказали, что хорошо, очень такие вот витаминчики взяли. И корм для цверк-хамстер, для карликовых хомячков. У нас как раз цверк-хамстер. И вот такой вот. И я купила уже маленький пакетик, потому что в прошлый раз мы купили большой. Мы взяли, по-моему, 4 килограмма. Она даже и килограмма не съела, как он испортился, там завелись жучки. Поэтому лучше брать вот такой вот маленький. Все. Поехали мы домой, нас уже ждут там. И я буду начинать делать тортики. Мне нужно масло купить, Лео. Носить мантекия, кумбра, нутенгу, параля торт. И все. И буду печь тортики. Смотри, как она рада мышке. Помните, у нее такая мышка была розовая? Нет, красная, да, или какая она была? Малиновая, да, была? Малиновая, да. Вот новая мышка, любимая. Еще одна. На, держи, это твоя. На, держи. Держи. Все. Она ее так любила, но она ее просто в клочья разорвала. Да, да. И все остальное для Кики. Вот это, у нее закончилось. Да. Она там раскрошилась немножко. Сейчас можно детей? Да. Бони, смотри, что... Ты как сходила, нормально, что купила? Да, кстати, мы сначала там немножечко походили. Нора потерялась, мы ее искали где-то полчаса. Угу. А потом... Это, потом мы пошли туда вниз, мотора я себе купила Макфлёри, и Нора купила для всех нам одну коробку 20 чикенов, мы потом покушали. Потом мы пошли покупать, я купила себе джоггеры, Нью-Йоркер. Джоггеры тебе хватило? Да. Сколько они стоили? 14, то есть 15 франков они стоили. И еще я купила Миллер конфеты. Бонни, давай мерить поводочек новый. Как она ей нравится, она прям аж дрожит. Ой, мышка, мышка любимая. Тебе поводочек, Бонь. Давай, снимай свой старый. Иди сюда. Бонни. Что за джоггеры купила? Серенькие. С моей подружками то же самое. С Еленей мы то же самое купили. Там еще были розовые, но они что за размер? XS. Угу. Там был еще XXS, но он не сильно маленький. Понятно. Ну хорошо. И потом я еще купила. А, понятно. Ну молодец. Одинаковые попались? Да, один раз. Вот. Угу. Вот это. Они такие крутые, у нас почти все, все есть. Да. И почему-то нет здесь бумажки, чтобы посмотреть, да, какая коллекция. Сколько их вообще. Такой есть, да? Нет, но всех нет. Есть же с гитарой? Да, есть с гитарой, да? Викнула. Мы тебе принесли кое-что. Ой, какой ты! Вон, видишь? Это что такое? Это специальный пух. Чтобы он кушал? Нет, нет, она будет домик строить себе. Смотри. Можно в домик туда внутрь положить. Смотри. Там, покушать тебе новый корм принесли. Вот это вот повесили, новую штучку. Витаминчики, всякие семечки, зернышки, да, лакомства. Смотрите, тут даже семечки какие-то. Не, пусть так останется, смотри, мы вот так вот оставим. Просто ей вот так вот положим. А она будет делать сама уже, что хочет. Да, Кики? Она разберется, она знает, что ей делать. Она может перетаскать сама куда-нибудь. Она сама разберется, куда ей. Да, Кики? Так, буду начинать делать тортики. Так, это у меня медовик. 70 грамм. Не 80 грамм, а я буду в два раза больше делать. 160 меда. Нужно согреть мед до появления пузырька. Потом добавим туда 2 чайные ложки соды. Уже стало пенкой покрываться.
теперь я. Синяк, кастрюля крутится. Так, вот видите, она какого золотистого цвета стала. Все, больше я не буду. Теперь я буду делать другую часть. Так, теперь я добавляю 100 грамм. Ну, вообще-то 100, я сейчас делаю все в два раза больше. Потому что в прошлый раз я сделала, как написано по рецепту, но мне было мало. В общем, я делаю в два раза больше. Значит, я 50 грамм, мне нужно по рецепту 100 грамм, я буду 200 грамм. Так, теперь добавлю 100 грамм сахара. То есть не 100 грамм, а 200. Нет! Нет! Пойдем надуем. Макс, мне сейчас некогда, будем завтра надувать. 200 грамм сахара. И взбиваем. Еще щепотку соли. Так, все, взбили до пенки, и теперь будем вливать вот эту вот смесь. Так, теперь мне нужна мука, 180 грамм, но я в два раза больше, значит 360. Обязательно просеиваем. Теперь я сейчас обведу вот эту форму по кругу и буду выпекать. Буду размазывать потом по ней. Раз то лучше оставляй немножко, чтобы завтра порисовать можно было. И много воды у тебя сильно, смотри, намокает бумажка. Посмотри, она же даже на другую сторону, видишь, просвечивает. Совсем сильно не мочи, вот так вот отжимай. Вот она просто немножко должна быть влажная, не нужно ее прям, видишь. Бончик пойдет гулять. Ой, блин. Вот Маргарита, я знаю, но она ушла к тебе. Пойдем. Все. Бонь, иди. Так, все, я заканчиваю. Остался еще один коржик. Сколько у меня их там получилось? Тут 3, 4, 5, 6, 7. Там 7, это 8, 9. В общем, 10 коржей всего у меня получилось. Нормально. Забыла купить сахарную пудру, поэтому я попробую сейчас сделать в этом блендере. Надеюсь, получится. Получилось. Так, я буду делать крем с маскарпоне. Я первый раз делаю. Мне нужны сливки. И вот сыр маскарпоне. Посмотрим, что получится. Так, взбиваю сливки. Я думала, он будет увеличиваться, как, например, сливки, но нет. Просто он взбился. Вот, и сейчас я буду перекладывать в сливки, перемешивать это уже без миксера вручную, и все, крем будет готов, я буду собирать торт. Все, ребят, я буду сейчас собирать тортик. Все готово, крем готов, коржи готовы. Так что буду приступать.
Такой вот тортик у меня получился. Крошки маловато. Вот тут просветы. Кое-где просветы есть. Я слишком маленький коржик оставила. И плюс еще дети перетаскали. Поэтому просветы здесь такие вот. Ну ничего. Самое главное, что вкусно. Это да? И тут будем готовить. Оно грязное, мокрое. Оно чистое, я помыла только. Меня Ксюша заставляет второй торт делать. Мне так устало. Да? Давай ты сама будешь делать. Ну ты говори как. Я что-то устала. Один торт сделала и все, прям сил нет. Когда? Вот, ребят, смотрите, какой получился. Между прочим, это второй. Первый у нас не получился. Сейчас покажу первый. Вот он, смотрите, какой он тоненький. Знаете, почему не получился? Потому что я засыпала муку сразу в эти взбитые яйца с сахаром, а нужно, оказывается, постепенно засыпать и перемешивать. Подожди, тут что-то он немножко этот подсел. Вот, нужно было постепенно засыпать муку и перемешивать. А я сразу бухнула и перемешала, и оно все упало. А сейчас, видите, он как поднялся. Время. Время 1:25. Давай откроем календарь. Это не спит еще, все уже спят. Я только закончила со вторым тортиком. Вот такой тортик шоколадный. 9 или 6? Это бисквитный. Да, это бисквитный тортик. Вот, закончила, в общем, я тортик этот. Еле как. Видите, у меня вот это вот. Как-то его надо съесть, может, его тоже пропитать. Как тебе, понравился? Нормальный? Значит, я вот... Вкусный. Я сейчас его пропитаю, вот этот вот коржик, потому что он суховат, конечно. А этот все, это мне еще это все убирать надо и влог монтировать. Я хочу смонтировать сегодня, потому что завтра мне будет некогда. Завтра нужно сделать уборку быстренько, прибрать, убрать. Ксюнчик уснула? Не знаю, что-то. Пойдем посмотрим. Что-то такая тишина, все спят. Скорее всего, она спит. Да, она спит. Свет надо выключить. Выключи свет. Телефон убери. Давай. Уснула. Выключай. Я уже вон. Мне нужно еще голову помыть. У меня тут такое черное. Мне нужно еще голову помыть. Че? Я не знаю, сколько сегодня я наснимала, много или мало, но, в общем, что-то поснимала. Поэтому мы заканчивать будем на сегодня. Всем пока. Завтра что-нибудь тоже поснимаем чуть-чуть со дня рождения. Так что всем спокойно.